Здравия желаю, полковник Волк на связи. Сегодня я буду играть в Roblox с SCP Backrooms в тюрьму. Точное название карты я не могу сказать. А так-то мы будем сбегать из тюрьмы Дольче Милх. Потому что, как вы видите, кто-то уже сбросил в унитаз Дольче Милк, и вода унитаза превратилась в зеленое. В зеленку. Да. Я так вижу, что он тоже уже начал запись. Но я могу спросить у него в чате. Ты начал запись? Я да. Надеюсь, что увидит. Такс. Кажись, он не увидит. Не увидел? Ладно. О. Стоит. Ладно, пойдем. Пойдем. И сразу бегом. Бегом. Бегом, бегом. Бегом. За нами гонится. Пошел нахер. CP Backrooms. Во. Блин, моя ошибка. Надо быть поаккуратней, помедленней. Очень странно. Так, он, наверное, быстро разогнался, но это помедленней. Запомните, ребята, всегда, когда вы хотите быстрее вот этот паркур пройти, надо помедленнее. Вот. Все и так знают, я это говорю. Но я суперзлодей же. Где? Где SCP Backrooms? Куда он делся? Вот он. Блин, я испугался, что-то опять у нас произойдет. Ну ладно. Я вас понял. Так, электричество включаем. Бегом. Посмотри, дай, просто посмотри, дай, просто. Бугатти Широн. О. Опа. Опа. Вот. Сейчас я начал быстрее это делать. Так, SCP бы... Блин. Сейчас, стоп. Что? А. Я подумал, что он заспаунился в первом паркуре. Голосовое, от кого же? Блин. Опять что-то произошло, я так думаю. Но... Я вижу, он... Идет. Давай, пойдем. Пойдем, пойдем. Сейчас он мне позвонит, походу. А, не, не позвонит. Все вместе нажали. Что? Не. Выбросить. Я вот это по... Нет, я лестницу понесу. А это у нас... Нифига себе, какая херня.
Ужасно. Не подпрыгивай. Ой. Деревяшка, блин. Деревяшка. Из мультика деревяшки. Отвали от меня, пожалуйста. Я не тебя вообще несу. Надо поближе стать. Ой, как трещит-то. Ой. Оно забагалось. Все, оно забагалось. Так, ладно. Значит, вот что сделаем. И это что ли забагалось? Нет. И я забагался, что ли? А совсем близко-то. Стоп. Как? Как? Нифига себе. А что он несет? Что он несет? Да ладно. Да ладно, ребятушки. Да неужели? Ё-моё. Я думал, трындец полный будет. Так, зачем SCP быком упал? Сюда. Извините. Меня прорвало. А. Но он, наверное, уже и так проходил этот режим. И умеет. Опа-па-па. Опа-па-па-па-па. Во-па-па-па-па. Во! Ну, трындец полный. Самый последний момент, и я здесь сдох. А SCP Бэкрумс куда делся? Моя неосторожность. Или как это называется? Так. Это что? Не успели достроить просто, я понимаю вас. Машинка. Так, а это все, конечно, очень интересно, но где SCP Backrooms? Нихера себе! Я не испугался. Наверное, потому что я переиграл FNAF. Ну, потому что... Чё? Потому... Переиграл FNAF просто. Что могу сказать? Не иди сюда, пацан. А! Это лабиринт? Я ненавижу лабиринты. Но хорошо, что есть подсказки. Куда идти и зачем. А куда делся SCP Backrooms, я не пойму. Он мне прислал голосовухи, либо он ложится спать, либо я не знаю. О.
Либо я ник забыл. 100% я забыл его ник. Мне кажется, это он. Извините, у меня память дырявая. Подожди, не надо. Да блин! Ой. Фигня полная. Да ты что, издеваешься надо мной, что ли? А эта девочка умеет, кажется, в таких режимах, ой, в таких паркурах разбираться. Опа, опа. Так, смотрите, как сделаем. Опа. А вот это не надо было делать. Хотя, почему не надо, если я случайно так сделал? Опа. Опа. Да как? Вы что, издеваетесь? Я сейчас, наверное... Я вот сейчас так думаю, что я буду... Что мы будем 100% менять карты. Мне так... мне так кажется. Я не могу. Я просто этого не могу. Я не вижу SCP Backrooms. Наверное, он дальше прошел. Он дальше. Он уже на той штучке, где я не могу нормально встать, да и пойти быстро. А, нет? Ты... Я просто посмотрю. Допрыгнут. Одна допрыгнула. Дальше пошла. Вторая. Допрыгнула. Третий. SCP Backrooms, походу. Не допрыгнул. Но я подожду его. Открываю дольку. Шпилька, каблучок. Милый. О, молодец. Опа. Опа. Да, наконец-таки. Тут-то я бы посоветовал бы аккуратно, если вы будете играть в этот режим. Вот с этой штукой, которой я сейчас стою. Ну, реально надо аккуратно. Да неужели? Да-да! Вы видели? Вы видели? Шаг, шаг от победы над этим паркуром. Ну, шаг от победы над этим паркуром. Я сейчас опять нервы свои продам в ломбард, а? Ну, шаг от победы от этого паркура. Ну, просто шаг. Шаг. Так.
Вот сейчас надо просто аккуратно. Попробовать. Блин, допрыгнул. Я сейчас, если... Сука. Извините, пожалуйста. А, сука, это литературное слово. Забудьте. Надо точно вот сюда. Вот видите вот эту штуку белую? Вот надо точно вот сюда целиться. Стоп. Во. Да ты говно полное, а? Я тебя ненавижу просто. Андрей Малахов. Я, походу, попаду на программу. Просто надо. Пожалуйста, я тебя умоляю, режим. Ну пожалей моё бедненький мозг, не мои нервы, точнее. Ты говно полное, ну просто я не могу вот сейчас. Мне кажется, эмоции в этом видео будут. Здесь мне надо просто просто видео какое-то записать, чтобы это надо по частям вот такое. Это просто фильм. Фильм, как я не могу вот этот санный паркур пройти. Ну, это просто, я не могу просто. Ну просто отлично. Ну отлично же. Свои эмоции мы не расплескаем. Мы спокойны. Мы спокойны, мы спокойны. Так. О, кто-то охерел. Кто-то просто-напросто охерел. Кто-то охерел просто, что мы с SCP Backrooms начали снимать видео. Я слышу вкусная точка. Ну, рекламу вкусная точка. Это просто кажется легкой. Но... Да неужели я это прошел? Нифига себе. Так. Ну тут хотя бы не на скорости, я бы не мучился так сильно, но кажется и здесь надо помучиться. О, блин, улица, а я погулять хочу. Блин. Здесь я хотя бы не буду так сильно злиться, но хотя кто знает, кто знает. Походу я свои эмоции и здесь буду расплёхивать. А нет.
Так, ну капканы это легко. Ну, как я так думаю. То, что пройти там всего лишь. Но мне уже не по... Ладно. Но мне почему-то уж не понравился этот режим от слов. Ну, просто... Не, ну мне просто не понравился этот режим. Ну, вы поняли уже и так. Понятное дело, почему. Из-за этого паркура на скорость. Ну, а чё? Вы все сами видели, что происходило. Так что мне не понравился бы этот режим. Нифига себе. Это как в FNAF 9. Я видел прохождение там Винди 31. И тут практически такое. Но они там двигались, когда кто-то не смотрел на них. Ну, на эндоскелетов. Кто знает английский, то может прочитать на паузе. Нифига себе. Здесь я тоже свои нервы буду употреблять. Так, ну, наверное, CP Backrooms уже прошел этот режим. И ждет меня. Либо он уже закончил. Либо что-то случилось. Потому что последний раз я CP Backrooms видел на скорость. На мою теперь нелюбимый паркур. Вот так правильнее говорить. Так-с, я вас понял, ребята, я вас понял. Я вас понял, ребята. Все нормально. Ну, все нормально, просто. Ребята, вас понял, просто. Вас понял. Все нормально, просто вообще нормально. Вообще нормально все. Цыпленка надо просто скушать, да, и все просто будет конфетка. Муа. Идем по трубе. Мне, кстати, нравятся горки, которые труба. Ну, например, этой горки, которую мы сейчас скатываемся. Ну, кто не знал. Зачем я так... Так. Заходим. Заходим. А уже осталось совсем близко. Да уже, в принципе. И на сток сена. Спасибо. Приятно. Да неужели на этих режимах я хотя бы не буду нервы выплескивать? Офигела! Опа, 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 опа. Ух ты! Здесь я, походу, тоже буду нервы свои расплескать, если это будет долго происходить. Блин, это что, SCP Backrooms? Он меня ждет в этом паркуре, да? Это SCP Backrooms, кажется. Опа.
Опа, опа, опа. Да-да-да, да-да. Это ECP бэкграунд, кажется, нет? Я не знаю. Так, секундочку. Так, ребята, ребята, ребят. Короче. Вот тут полный трэш происходит. Потому что надо убивать. Убивать вот этих аниматроников. Ну, почему аниматроников? Потому что я так сказал. Так, уже 5. Кажись, это легкие убийства будут. Так. 7. Ага. Так, отвалите, пожалуйста, гражданин Российской Федерации. Вы, кстати, тоже. Вы тоже. Я на секунду от... хедшота... Это так в сердце дало мне просто. И опять все заново. Ну почему? Вот только одного не понимаю, почему вот когда ты умираешь в какой-то игре, все заново. Нельзя, ну просто нельзя поставить все как было. Тогда никто и не злился. Все за мной ходят. Эй, девочка, помогай. Либо у него, у нее, смотри, у нее свои аниматроники. Просто все за мной. А, она свалить решила. Спасибо. А, нет, не решила. Да не валить некуда. Ну все за мной просто, кучка аниматроников за мной идет. Это как я не попал. Базука. Базук, как это бы говорила. А. Она сейчас сдохла, потому что у нее свои аниматроники. А у меня свои. Так, сколько я? 10. Прекрасно. Нет, это даже прелестно. Уже 11. Другие аниматроники какие-то грустные. Ну, конечно, то, что их заставляют убивать людей. И взрываться. А так можно? Опа. А я думал, что нельзя. Что будет сложнее. Спасибо хоть за это. Надо целиться. Просто трэш. Ну трэш, это трэш. Полный трэш. Это полный трэш. Я не могу просто. Не, ну вот было кайф бы, если бы... Когда вздыхаешь, все было как прежде. Либо сейчас такое или есть. Походу сейчас и так такое существует. Но был бы кайф бы в Роблоксе, чтобы такое было.
Ребята, это будет долгое видео, так что готовьтесь. Вы просто готовьтесь смотреть очень долгое видео, походу. Трындец. Не могу просто. Еще не попадаю. Пошел нахер. Извращенец. Не, смотри, смотри. Вы понимаете, что происходит. Вы просто прекрасно понимаете. У вас, наверное, такая же ситуация бывала в Роблоксе. Стреляй. Что ты такое? Кто ты? Ты человек? Ты не человек. Ты негр. Вот. Так. Походим, походим. Может быть, роботы... Ой, роботы, аниматроники же. Аниматроники еще наберутся. Сейчас просто походим. Просто тупо походим. Наберутся аниматроники. Ну и как вы видите, раз стрелять. Два раза. А, они тут бесконечные. Ну, сразу так бы и сказали бы. Не пришлось плакать по ночам. По ночам. Я не плакал. Вы ошиблись, мои ребятки. Я не плакал. Так, 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 так. В смысле? А, точно. Надо 30, 30, 30 аниматроников убить. А если поточнее, эндоскелет. Так. Уже 23. У вас свой геморрой, у меня свой геморрой. Геморрой у них это то, что они не могут скушать мои мозги. Хотя эндоскелеты не питаются мозгами. А у меня геморрой, это как уничтожить их. О, уже 25. Так, здесь ты тут не должен существовать. На планете жопа. Уже 27, скоро будет 30. Я, по крайней мере, это надеюсь. Так. Кучка аниме... 29. Все! 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 Куда сесть? Сюда? Или куда? Блин, теперь это мои места. Я застрял, помогите.
Помогите, я застрял. Ладно. Дабл килд. И походу все заново придется. Да? Нет, вот над этим по. Вот над этим это хорошо. Что не придется все заново. Давайте-ка издалека посмотрим. Куда мы приедем? Мы, кстати, уже на улице. На улице на свободе хорошо. Ух ты. О! Это же я! Я танцую. А эти аниматроники, которые меня бесили. Только паровоз что-то... Зачем? Зачем обижать? У-у-у. Гонщик нелегальный едет на всей скорости. Профессиональный. I'm gonna have a good day. Ща. Паровоз здесь. Чё, никого нет? Такс. Ну, я так думаю, то, что... Ух ты! О. Во-во-во-во-во-во-во. Давай. Поднимайся. Поднимайся. Поднимайся, давай. Выше. Выше. Ай, ладно, пешком пойдем. Блин, паровоз же есть. Сейчас, короче, на паровозе доедем. Опять. И, походу, уже с вами буду прощаться я. Так. Доедем на паровозе. Так, приехали на нашу остановочку Казанский вокзал. Да, кстати, в Казанском вокзале такого есть. Ну ладно, шучу. Так, ну, сейчас уберется паровоз, чтобы красиво было, а не... Во. Так, ну, я так думаю, уже пора заканчивать. К сожалению, без SCP Backrooms, но... Не судьба, кажется. Ну, в общем-то, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.